Отношения артистов Дана Балана и Тины Кара и постоянно на слуху у публики. Что на самом деле происходит между артистами, рассказала Катя Гладей, которая была подопечной Тины Кара и на «Голосе страны» 11 сезона. Как передает Политека.нет, о романе 43-летнего молдавского исполнителя и 37-летней украинской певицы поговаривают еще со времен 9 сезона «Голоса страны». Дан и Тина кокетничали друг с другом и флиртовали перед камерами, что многие расценили как любовь. Сами артисты никак не комментируют свои отношения. Катя про Дана и Тину говорится в подписи к видео. По словам Екатерины, Дан приехал на шоу «Голос страны» не только к Тине, он скорее всего был советником Тины. Однако участники были слишком заняты собой, поскольку это был один из самых сложных этапов в шоу. Все не просто так. Фанаты стерегли Тину и Дана под павильоном и пытались что-то узнать. Однако, я думаю, что не бывает дыма без огня, наверное, все-таки между ними что-то есть, резюмировала участница «Голоса страны». Пользователи активно обсуждают видео. Лучшее интервью, Катя Гладей молодец. Кто-то говорит и пишет о пиаре, а Катя описала реальную картину. Спасибо ей большое. Это ответ всем неверующим. Молодец. Вот оказалась таким позитивным человеком.